В Москве женщина оставила сверток с младенцем в чужом дворе и скрылась в неизвестном направлении. Малыша сейчас осматривают медики. Это мальчик, который появился на свет всего пару дней назад. Жильцы дома по Ярославскому шоссе обнаружили брошенного новорожденного ребенка на скамейке в своем дворе. Неравнодушные москвичи незамедлительно сообщили о находке в полицию. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего 2-3 дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит прочь. Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка, сообщает прокуратура Москвы.